Женька жил на даче, потому что в городе у него был большой соблазн напиться. Артезианская. Этот летний денек начался для него как обычно. С самого утра он решил побить баклуши. Гостей Женька явно не ждал. Славик? Дебилизм. Бу! А я тебя не испугался. Женька и Славик дружили с 12 лет, с тех пор, как Женька спас Славика от пьяного бомжа. А ты чё пришёл-то? Так водица артезианская напиться. Ну, пойдем. Пойдем. Артезианская. Раз приехал, выбирай, как будем развлекаться. Какие есть варианты?
футбол. КПП родное, им откроет юный часовой. Вот они герои, необъятной родины родной. Долгие два года пролетели дни не сосчитать. Вот она свобода. Дартс. И в военкомате им заменят воинский билет. Веселитесь, Белли, дембеля вернулись в белый свет. В юге метели, заметут на паспорте печать. Гарты! Но советский дембель, он навеки дембель, твою мать. В юге метели, заметут на паспорте печать. Но российский дембель, он далекий дембель, твою мать. Ну что, в пьяницу или в засыху? Ты же знаешь, в засыху я постоянно проигрываю. Тогда решено. Пьяницу. Двойка. Четверка. Джокер. Двойка, четверка, Джокер. Дебилизм. Еще воды? Не откажусь. Твой ход. Кто-то блюет. В эфире рубрика «Народные приметы» и с вами ее ведущая Алена Коляда. По древнерусским поверьям сегодня отмечается Ласточкин день. Старожилы верят, что покойники в этот день возвращаются с того света, чтобы провести день с живыми и отдать им долги. Также есть примета, что если съесть в Ласточкин день редиску, то год пройдет без болезней. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. Двойка, четверка, Джокер. Дебилизм. Славик! Славик! Я здесь! А что ты делаешь в шкафу? Хотел тебя напугать, но крышка захлопнулась. Я не могу выбраться наружу. Я тебя мигом вытащу.
Но у Женьки ушел весь остаток дня, чтобы вытащить своего друга из шкафа. Зато ночью они оттянулись не по-детски. Славик, я тебя вытащу! Не ссы там! Алло. Это Алена Коляда. Какая Алена? Диктор с радио. А я вас знаю, что ли? Женя, Славик умер. Чё? Славик умер, Женя. Почки отказали. Как отказали? Вон он здесь у меня танцует. Женя, ты опять бьёшь. В смысле? Вон он пляшет, как Казаченко. Женя, ты ёбнулся! Славик? Славик? Славик.
Славик. Я не Славик! По ночам от скуки дембеля в коптерке откупил, вешаются духи, гражданки песенки поют, голые по пояс. И мне отдохнуть и не поспать, дембельский наш поезд пока за мной едет твою мать. Утром на разводе зачитают дембельский приказ по любимой родине. Дембеля пройдут в последний раз, дедушки тоскуют, им полгода сапоги таскать. Скоро будет дембель, скоро будет дембель, твоя мать. Сегодня у нас в гостях человек, который знает все тайны в мире. Скажите, Сергей, кто убил Джона Кеннеди? Ну, Ефим, эту тайну мы раскрыли еще в 71-м. Джона Кеннеди убил его собственный... Это по-настоящему шокирующее заявление, Сергей. Ефим, это еще не все. Самая большая известная мне тайна заключается в том, что раньше на месте Бермудского треугольника располагался не один, а целых три. Алло, Сергей Иванович, я завтра не выйду на работу. Да вы чё мне, суки, по ночам звоните-то? Я тебя завтра на работе скручу. Вылазь. Славик, а зачем тебе свечка? Так я же умер. От тебя уехал и умер. И за тобой тоже смерть пришла.
А как так получилось? Не забывай, Женька, мы алкаши. Но мы же воду артезианскую пили. Очнись, браток! Мы с тобой 5 литров омывайки на двоих выжрали. Очнись, придурок! Бесполезно. Смерть можно победить только одним способом. Выиграть у нее в карты. Эй, бомж! В пьяницу? Финальный раунд засыхи подходил к концу. По очкам бомж выигрывал у Женьки. Но Женька еще мог добиться победы, если бы он угадал комбинацию, загаданную ему бомжом. Славик, я не знаю, какие карты бомж загадал. Прислушайся к своему сердцу, Женька. Сколько бутылок водки мы с тобой выжрали на выпускном? Ну, 2. Угу. А сколько букв в твоей фамилии? Мопс. 4. Угу. А кто твой любимый певец? Доминик Джокер. Курил? 2. 4. Джокер! Говна! Вот они, денечки, зеленеет роща тополя, падают листочки, и на дембеля осенью повеет, и уже не спрятать, не унять дембельское время, дембельскую радость твою мать, парни из Смоленска. Это были хорошие 20 лет дружбы. У меня никогда больше не будет друзей. А у тебя их никогда и не было. Возьмешь что-нибудь с собой? Сказали, с собой ничего нельзя. Прощай, Женька. И еще 2 совета, Женька. Во-первых, не пей больше омывайку. И во-вторых, и если все-таки будешь пить омывайку, то пей немного.
Ой, как же мне плохо. С тех пор Женька больше не брал в рот ни капли, а через 3 года он повесился. Добрый вечер! Игра в засыху требует развитой интуиции, железной логики и удачи. Сейчас я вкратце опишу вам правила этой увлекательной игры. Для игры вам понадобятся 2 новых некрапленых колоды, каждая по 54 карты. До того, как начать играть в засыху, нужно будет убрать из колоды 3 джокера, 3 тройки и 2 любые карты на выбор. У каждого игрока есть прикуп в 40 карт. И всегда от 3 до 5 карт на руках. Цель игры – угадать комбинацию карт у соперника или по-другому стос. При этом, если в стосе у соперника есть джокер, и ты угадываешь его комбинацию целиком, то он становится засыхой, и игра прекращается. Если же в стосе у соперника джокера не оказалось, то ты становишься соской. Если на протяжении игры ты 3 раза стал соской, то ты тоже получаешь звание засыхи, и игра кончается. Также ты можешь выиграть засыху, если переведешь прикуп в биту, либо если общая сумма карт одной масти в твоем прикупе превысит число 90. Но если твой прикуп составит больше 52 карт, то ты пропускаешь ход. Либо называешь сопернику значение, средний по рангу карты в своем стосе без указания масти. Если же у тебя на руках такой же стос, как у твоего соперника, то такой стос называется дохлым, и масти при этом не имеют значения. И ты добровольно выкладываешь его на стол, тем самым намекая, что ты угадал стос соперника. То в следующих 5 играх между вами соперник должен будет раскрыть среднюю по рангу карту в своем стосе, при этом указав масть. Хорошего вам стоса, друзья!